однозначно приобретет. Она уже приобрела. Знаете, я скажу так, да, я очень рад, на самом деле, что такие сейчас нововведения в нашем обществе пошли. Я теперь смогу спокойно с дочкой и с сыном пройтись по улице, не раздавая никому подзатыльники, что периодически в реальности случалось. Что касается концертов, ну, пожалуй, я как музыкант вам сейчас отвечу. Вы знаете, как у меня никогда не поворачивался язык со сцены ругаться матом, я считаю, что каждый из нас, кто выходит на сцену с микрофоном, вообще вещает на какую-то часть аудитории или широкую массу аудитории. Каждый из нас должен в обязательном порядке думать вообще то, о чем он говорит, потому что каждый человек, который выходит с этой площадки, из концертного зала, он в любом случае начинает подражать своему кумиру, человеку, с концерта которого он идет. И ничем хорошим это, к сожалению, к большому, мат, который используется для некого сценического образа, да, мат, который используется в творчестве, к сожалению, ничем хорошим это не оборачивается для нашего общества. Поэтому в однозначном порядке наша культура здесь только приобретает. Мы начинаем постепенно сейчас сбрасывать с себя некий шлак, который у нас вот так вот сейчас накопился, да? Поэтому это однозначный плюс. Однозначный.